Всем хеллоу, ребята, пацаны и девчата, с вами я, Камбэк. В этом ролике я вам покажу, как покупать голду в стендов намного дешевле. В прошлом ролике вы набрали 50 лайков, всем спасибо огромное за такой актив, и поэтому выходит вот этот вот ролик. Кстати, вот победитель из прошлого конкурса на 150 голды. Для получения приза обратитесь ко мне в ЛС, а для других, кто не выиграл, не расстраивайтесь. В этом ролике тоже будет конкурс уже на 100 голды. Для участия вам нужно поставить лайк под этот ролик, подписаться на этот канал с колокольчиком. Самое главное — досмотреть ролик от самого начала до самого конца без перемоток. В комментариях оставить свой ID. Вот и все, ребята. А мы погнали к ролику. Итак, ребята, заходим в Play Market и нажимаем на свою аватарочку. Тут есть у нас платежи, подписки и способы оплаты. Так, листаем вниз, и тут у нас есть другие настройки платежей. Нажимаем на него. И нас перекидывают на вот такой вот сайтик. Тут мы выбираем настройки. Переходим вниз, и тут у нас есть карандаш. И нажимаем создать новый профиль. Нажимаем тут продолжить. И тут мы ищем Пакистан. Вот он у нас, ребята, нажимаем на него и продолжить. После этого мы вписываем в первую строку адреса все, что вы хотите. Вот прям все, что вы хотите. Город мы вписываем именно вот эту, которую я вставил, вот. И индекс тоже мы пишем тот, который я написал. Вот он, ребята. Нажимаем отправить. После этого заходим во вкладку настройки. Переходим само вниз. И у нас есть закрыть платежный профиль. Мы тут вводим свой пароль. И нас перекидывает на вот такую вот статью. И тут мы нажимаем этот профиль мне не нужен. Нажимаем продолжить и закрыть платежный профиль. И все, ребята, можем закрывать Play Market и заходить в Standoff 2. Итак, ребята, мы уже в игре, давайте сейчас посмотрим и чекнем, получилось ли... О, вот, получилось, ребята, 3850 пакистанских рупий. И на этом все, ребята, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся. Всем удачи и всем пока.